Перадача сертификата на набыццё медицинского обсталявання для районной больницы, оздоровление детей и реализация совместных инвестпроектов. Сегодня у Карме обмярковывали перспективные накірунки супрацовніцтва с Австрийской республикой. Подробязностями поцікавіліся наши корреспонденты. Переоценить значение центральной больницы для Кармянского района нельга ніяким чином. После Чернобыльской катастрофы менавіта гэтая установа взяла на себе основный тяжар боротьбы с ликвидацией наступствов аварии. Захворвания, которые связаны с ею, на Кармянщине регистрируются и зараз, але массовыми их назвать уже нельга. У этом годе куды больше актуальной стала проблема коронавирусу. Подчас другой хвали у больницы под червоную зону отвели 71 ложек. Правда, зараз 16 из их перевели уже у звычайный режим. Тут снова открыто педиатричное отделение. Хоть это не значит, что быть готовыми для борьбы с ковидом больше не треба. Значные сродки на этой мете сёлета были выдаткованы за запасного бюджета. Передаденные австрийским посольством 5000 евро так само будут накированы на набыцё отповедного обсталявания. 5000 долларов будут затрачены на приобретение рециркулятора воздуха, бактерицидный облучатель передвижные, бесконтактные термометры, блок подачи медицинских газов и на средства индивидуальной защиты. За Австрийской республикой Кармянский район увогуле связывают достаточно тесные гуманитарные сувязи. Уже несколько годов у рамках проекта «Отпочинок для детей из Беларуси» мясцовые дети выезжают на оздоровление в эту Украину. А проще того, партнеры имеют намер знакомить своих громадян с традиционной культурой краин. Хоть только гуманитарной сферой суместные интересы не обмежевываются. Об кончатковых решениях казать покуль рано, але есть вероятность реализации суместного инвестпроекта по вытворчести запотребованной продукции с сыровины Кармянского ильнозавода. Чым размова идет не только о популярных у Европе поливных пилетах с отходов перепроцовки ильного волокна. Это, например, создание веревки для упаковки, дальше нити и объединить два предприятия, льнозавод и Речицу текстиль, в некое дополнительное предприятие. Ну и, конечно же, главное – это пилеты, которые будут использоваться на экспорт для содержания лошадей. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Кармянского района.